Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных проблемах со здоровьем у маленьких пород собак. Маленькие породы собак крайне популярны сегодня для домашнего содержания. Они хорошо чувствуют себя в небольших городских квартирах, в большинстве своем не требуют серьезных физических нагрузок и являются прекрасными компаньонами. Однако небольшие размеры тела часто становятся причиной развития у этих лающих определенных заболеваний. Давайте подробно рассмотрим самые распространенные проблемы со здоровьем у маленьких пород собак. В большинстве своем небольшие породы собак имеют узкую челюсть и маленький промежуток между зубами. Из-за этого они часто бывают склонны к таким проблемам ротовой полости, как зубной камень, неполнозубность, неправильный прикус и пародонтоз. Владельцам маленьких пород собак стоит уделять повышенное внимание уходу за зубами своих питомцев. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникают у маленьких пород собак из-за хрупких костей. Среди них наиболее распространены следующие – вывих коленной чашечки, смещение шейных позвонков и воспаление головки бедренной кости. Еще одна распространенная проблема со здоровьем у маленьких пород собак – это гипогликемия или состояние организма животного, при котором уровень сахара в крови достигает критического минимума. У маленьких лающих небольшое тело и, как правило, очень быстрый метаболизм, поэтому любое ухудшение рациона и снижение уровня потребления глюкозы могут привести к развитию гипогликемии. Неправильное и несбалансированное питание часто приводит к ожирению у маленьких пород собак, а это, в свою очередь, становится причиной коллапса трахеи, при котором деформируются дыхательные пути у животного. То есть жир собаки давит на ее трахею и бронхи, вызывая их деформацию. У большинства маленьких пород собак есть предрасположенность к образованию внепеченочных шунтов, причем последние могут быть как врожденными, так и приобретенными в течение жизни. Портосистемный шунт нарушает действие кровеносной системы. В результате его возникновения у собак накапливается аммиак в печени, вследствие чего она постепенно разрушается. Таковы самые распространенные заболевания у маленьких пород собак. Помните о них, будучи владельцем представителя данной группы. И не забывайте о регулярных профилактических осмотрах у ветеринара. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!